В Монако взяли под стражу российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, обвиняют в коррупции, а также в оказании активного и пассивного влияния. Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба «Монако», взят под стражу по запросу прокуратуры «Монако». Об этом сообщает «Le Monde» во вторник, 6 ноября. Отмечается, что бизнесмену вменяются факты коррупции, а также оказание активного и пассивного влияния. Кроме того, сообщается о проведении обысков в доме Рыболовлева. В распоряжении магистрата «Монако» оказался диск с СМС, которые якобы доказывают существование подпольной сети, работавшей в интересах Рыболовлева. Задержание россиянина и обыски были проведены за несколько часов до матча Лиги чемпионов между клубами «Монако» и «Брюгге». После первого тайма «Монако» проигрывает в домашнем матче со счетом 0-3. Ранее во Франции отпустили на свободу российского олигарха Сулеймана Керимова, которого обвиняют в неуплате налогов. Он вышел под залог в 40 миллионов евро. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.